На городском пляже Твери территория, на которой можно позагорать, уменьшилась. Судя по всему, причиной стал тот самый рекордный воскресный ливень. Напомним, что на центральный район города 14 июля вылилась половина месячной нормы осадков. Тогда чуть ли не вплавь люди и транспорт передвигались и по улице Горького, и по набережной Афанасия Никитина. Логично, что по закону физики потоки воды устремились вниз, к Волге, и прорыли на пляже самые настоящие канавы. Наш телеканал обратился в город-администрацию, чтобы выяснить, когда власти приступят к восстановлению песчаного покрытия. На данный момент ответа мы не получили. Очевидно, городские чиновники считают, что у тверичан и без того есть те самые активно благоустраиваемые карьеры.